Здравствуйте! Магазин «Территория инструмента», город Пермь, Краснополянская, 12. Меня зовут Игорь, и в этом видео я покажу, как заводить бензиновый триммер. Делаем подкачку праймером. Включаем. Обязательно переводим рычаг заслонки вниз. Аккуратно дергаем стартер. До первой вспышки триммер подхватит и тут же заглохнет. В этот момент останавливаемся и поднимаем рычаг карбюратора вверх. Когда триммер горячий, заводим без подкачки и без всяких манипуляций. Просто включаем выключатель и дергаем стартер. Если первой вспышки нет, то, скорее всего, вы уже залили свечу. В этом случае свечу выкручиваем, чистим и обязательно удаляем излишки топливной смеси из цилиндра. Обратите внимание, что сейчас я триммер перевернул вверх ногами. Свечки у меня нет, там просто отверстие. Сняли свечу, нужно перевернуть триммер вниз головой и пару раз дернуть стартер. Ставим свечу обратно. И все сначала. Заслонка вниз, вспышка, заслонка вверх. Заводим. И все заводим. Если манипуляции не помогли, то, скорее всего, триммер не исправен. На этой веселой ноте прощаюсь с вами. Спасибо за внимание. Всем пока.